В стенах Тверской городской думы состоялось награждение волонтеров за участие в акции взаимопомощи «Мы вместе». Активисты получили благодарственные грамоты и ценные сувениры. Подробности у Натальи Чагет. Общероссийская акция «Мы вместе» охватила без исключения все регионы страны. Людям старше 65 лет, инвалидам и семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями по здоровью, волонтеры доставляли продуктовые наборы и лекарства по рецептам, что в период пандемии приобрело особую важность. Некоторые семьи потеряли источник дохода, и поэтому тоже было важно их оперативно поддержать. Также обращались за средствами индивидуальной защиты, нужна была помощь с оплатой, там, не знаю, услуг ЖКХ. Председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев поблагодарил волонтеров за бескорыстный труд и выразил надежду на то, что работа добровольцев продолжится и в будущем. Мы прекрасно понимаем, что это не совсем простое время, которое мы должны пройти. Без вас, конечно, оно было бы, может быть, даже сложнее. Поэтому вам спасибо, что вы в это время приходите на помощь к людям, за ваше участие еще раз. Ксении Овсянниковой всего 17 лет, но несмотря на юный возраст, девушка решила присоединиться к акции «Мы вместе» и помочь тем, кто нуждается в поддержке. Ксения вспоминает, что во время работы возникало много разных ситуаций, но чаще всего от людей она слышала слова благодарности. В какой-то момент мы открыли самовывоз, когда пожилые люди сами приходили к нам с родственниками и собирали продуктовые наборы. И одна бабушка принесла нам огромный букет цветов полевых и сказала спасибо большое вам за то, что вы делаете. В завершении встречи председатель Тверской городской думы пожелал, чтобы ребята продолжали в том же духе, а местные власти, в свою очередь, будут поддерживать начинания волонтеров.